Здравствуйте. Хочу рассказать вам о своей судьбе. Родилась я в 1927 году в деревне Чечкино Тюменской области. Семья наша была благополучной и крепкой. Дед Алиулла – человек трудолюбивый и работящий. Для него труд был смыслом всей его жизни. Начались тяжелые времена – ссылка, война, голод. Уже с 6 лет мне пришлось работать, не до учебы было. В тылу в годы Великой Отечественной войны все от мала до велика трудились на нужды фронта. А в наших местах в войну был страшный голод. И вот я, маленькая девчонка, иду за много верст от своей татарской деревни в русское село работать. Война у нас тяжело была сильно. Все мы готовили, кто носки вязали, отправили. Сколько пришлось пережить в те годы, не перескажешь. Но крепкие гены, любовь к родным и вера не дали сломиться. В дальнейшем судьба подарила мне счастье. Я вышла замуж за хорошего человека. Мы родили 8 детей. Все красивые, умные, талантливые. В 1956 году переехали в Ханты-Мансийск. Он стал нашей второй родиной. Здесь прошли самые счастливые годы. Мы с мужем, люди военного времени, старались дать своим детям все самое лучшее. Одевали их красиво и добротно. Многое я делала своими руками. Шила, вязала, вышивала. Девочки ходили в музыкальную школу. И чтобы им купить пианино, муж, простой шофер, 3 работал без отпуска. Большое горе пришло, когда умер мой любимый муж. Осталась я в 44 года с 8 детьми. Невосполнимые утраты, безутешное горе. Но жизнь продолжается. Мне 92 года. Еще держусь. По-прежнему не сижу без дела. Возле дома небольшой огород, где сажаем разную мелочь. Иногда вяжу и шью. Мои подушечки и коврики, сшитые из красочных лоскутков, так полюбились родным, близким и знакомым, что постоянно заказывают мне. Я с удовольствием шью их и дарю. Дома молюсь за здоровье, долголетие, счастье, благополучие родных и близких. Сейчас у меня 9 внуков, 18 правнуков и 2 праправнука. Все мои дети состоялись в жизни. Я горжусь ими. На склоне лет память все чаще возвращает меня в детство, в деревню Чечкино. Авылда кыш, үйлер куар ішінде, ап-ак әкиет кебек көріне. Мұриялардан шыққан жылы түтін, бағанадай көпке үріле. Авылым исі, мұнша исі, бұрынларыны ярып, жил кете. Хуш бұйлардан нәфіс хуш ісләрі, ирақларға алып жил кете. Унута алмам ауыл түтіннәрін, көп мүгіне өтсе дә ғымыр, әгер қайта алмасам, алар, сағындырып түшіме кірір.